Мне пригодится этот топор. Ugh!
промокший до нитки, он стоял и смотрел, как воды Эридана уносят обломки его лодки. Отдала бы свой острейший кинжал, чтобы посмотреть, как он пытался покинуть Элизий на Филуке. Ты навещала на днях мою мать? Передала ей поцелуй? Да. Деметра шлет тебе привет. Что ж, пора возвращаться. Элизию нужна царица. Приглядывай за мной. Я чувствую, что-то случится. Я уж думала, не дождусь. Если хочешь лишить Персефону власти над вратами в царство мертвых, нельзя терять время. Я... Неужели ты думал, что никто не узнает о вашем сговоре с главным красавчиком Элизии, Адонисом? Вот как. К сожалению, никому не удастся пройти через врата царства мертвых без разрешения Персефоны. А она его не дает. Никогда. Но тебе повезло. Я богиня перекрестков и ключей. И запертые двери для меня ничто. Значит, ты поможешь мне пройти через врата. Скажем так, я помогу тебе обхитрить Персефону. Мне показалось, что вы близки с Персефоной. Зачем действовать против нее? Я не прошу слепо доверять мне. У нас одна цель. Смотри. Этот ключ открывает дверь в тайное святилище Персефоны. Там она хранит то, что для нее дороже всего. Прячет от мужа. Среди ее сокровищ ты найдешь дневник. Там есть сведения о вратах, которые ты ищешь. Скорее, принеси мне его. Кажется, я знаю, о какой двери ты говоришь. Теперь ты сможешь открыть ее. Я найду дневник. Чем скорее ты принесешь его, тем скорее сможешь покинуть Элизий. Поторопись!
не стоит здесь оставаться.
Давай. Нужно быть осторожным. Проверю, подходит ли ключ. Это маг, символ Деметры. Ей не хватает страниц. Надеюсь, Геката не разозлится. Не представляю, как дневник Персефоны поможет мне открыть врата в царство мертвых. Ну вот, держи. Дневник Персефоны нам не поможет. А вот дневник, принадлежавший замочнику, еще как. И кто это? Не написано. Часть страниц вырвали. Помолчи, я почитаю. Что ж, это было весьма занимательно. Ну, что ты узнала? Ах, терпение. Где врата, не ясно. Но до тех пор, пока Персефона правит Элизием, без ее разрешения через них не пройти. А она его не даст. Но если она лишится власти... То и над вратами в том числе. Тебе нужно подорвать ее влияние. Любым способом. Как ты предлагаешь это сделать? Союз с Адонисом – хорошее начало. Хотя, на мой взгляд, его действия немного предсказуемы. Со временем он ослабит войско Персефоны. А что с нашим союзом? Какова твоя роль? Я знаю все слабости Персефоны. И укажу на них, когда придет время. А пока советую поближе познакомиться с ее ручным песиком, Гермесом. Научись пользоваться жезлом. Оружие богов – то, что нужно на их земле.
Живей! Ah!
поищу укрытие. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно.
Yeah.
Боги! Она сражалась как зверь.
Thank you.
Тут наверняка есть охрана. Thank you.
Давай.